Я хочу сказать, что у меня никогда не будет кризиса среднего возраста. Я был и подохну тем, кем был в 20 лет. И никогда не изменюсь. Это точно стопудово. Как говорил Мюнхгаузен, улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Нахрен эти уроды с серьезными лицами, на самом деле. И вот это... Я боюсь серьезных людей. Не просто боюсь, имеется в виду... Не в том плане, что я их боюсь, а это опасные люди, на самом деле. В принципе, слишком серьезный человек — это опасен для общества.